Нравится, не нравится, терпимая красавица. Тут, конечно, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. А вот по поводу моя, ты еще кажешь про Украину, что моя тут, мне кажется, это уже перебор небольшой. Вчера, до речи, у вас після вечері ви там не сиділи, Еммануель? Не відпочивали? Тому що таке президент Росії говорить дуже серйозно. А щодо терпії моя красеця, ну, я в цілому вважаю, що Україна дуже терпілива, тому що це мудрість. Я думаю, що це важливо не тільки для України, а для всієї Європи. І дуже важливо для росіян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация. Эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость. А в целом все. Что до вашего питания, что до вашей частины питания до меня.